Под небом разводным есть город цифровой, с нейтронными ракетами и лазерным лучом. А в городе том свет криптоновых огней, и киборги следят за всем постобществом людей. Одни министры и ростовщики, другие судьи и силовики. С ними те, кто строит и страхует, и кто энергокомплекс контролирует. В той жизни цифровой стандартная судьба с прописанной функцией в системе сетевой. И в городе там свет криптоновых огней, и киборги следят за всем постобществом людей. Одни пропагандисты попы, другие спекулянты и дельцы, с ними программисты и дизайнеры, и тот, кто сервера администрирует. В том царстве цифровом отсутствуют права на чувства и познания вне матрицы родной. А в городе том свет криптоновых огней, и киборги следят за всем постобществом людей. Одни охранники и шофера, другие няньки и учителя, с ними те, кто кормит и кто лечит, и биомассу от инфекции вакцинирует. В том рае цифровом бетонная стена с магнитными воротами и кодовым замком. Но в куполе стальном есть черная дыра. Там брежет выход в мир иной. Давай сбежим оттуда.